Здорово, это Шамшурин, и смотри, какой классный вид, я у себя на родине, на Волге, матушке. Мне попался один комментарий, и я хочу его вам озвучить, потому что он отражает действительность многих мужчин. Привет всем, это простой рассказ, потом простой вопрос. Мне 19 лет, живу в Молдове, проблемы в общении с противоположным полом присутствуют. Вот, смотрел много твоих видео, недавно начал читать книжку «Позиции сверху». Пару дней маялся, фигней страдал, пока начал первое задание 30-50 приветов. Это вполне нормальная практика, сразу прервусь, да, что я хочу тебя похвалить, ты большой молодец, реально, потому что 90% мужчин, даже имея эти задания на руках, они каждый день придумывают себе все, что угодно, лишь бы только не начать их делать. Хотя они самые простые, то есть это самые начинающие задания, вот. И то, что ты начал их делать, это уже очень хорошо. Пока начал, потерял немного времени. Первые два были отказы, три там хорошо. Грех бы не топить за номер. Вкратце, задание было успешно провалено. Это ты делал следующее. Понял, что все страхи реально только у меня в голове. Но все равно иногда боюсь подходить. В любом случае, есть один вопрос к тебе, Вова. Есть ли фраза, которую я могу сказать самому себе, когда увижу девушку или девушек, которые нравятся и боюсь подходить, чтобы меня в каком-то смысле мотивировало подходить или угнетало, если я не подхожу? Я бы пришел к тебе на тренинг, но пока что работаю в сторону улучшения финансов, и поэтому выбрал более дешевый вариант прокачки, но и труднее также. Ну, логично, да. То есть, по поводу фразы. Мне очень нравится ход твоих мыслей, потому что ты, как нормальный мужчина, ищешь решение, да, то есть ты не говоришь, все плохо, они во всем виноваты, там, не так уж мне это и надо, я еще пока молод, зачем мне женщина, ну и там много чего придумают в твоем возрасте ребята. Это хороший вектор мышления, что ты ищешь инструмент, но смотри, какой-то конкретной фразы, ну, можно кучу фраз придумать, но ее как бы по сути нет, дело не во фразе. Дело в намерении. И смотри, как это работает. То есть это даже не про желание, это именно намерение. То есть намерение, когда ты уже точно знаешь, что ты пока не получишь то, что ты хочешь, ты не успокоишься. Конечно же, да, будут моменты, когда у тебя что-то не будет получаться. То есть даже не потому, что ты делаешь и не получается, а потому что ты будешь выходить, и ты так и не сможешь набраться смелости. И ты пойдешь домой, ты расстроишься, что-то еще. Но ключевая разница, в чем отличается намерение, да, что ты все равно не оставишь эту затею. И это должно у тебя сейчас поселиться в голове. То есть, как бы ты там не смог в этот раз, ты пойдешь в следующий раз и будешь все равно пробовать. И тогда ты найдешь, и возможности, и какие-то инструменты, и у тебя получится результат. Как я тебе хочу лучше рассказать, как это было у меня. То есть, у меня были моменты, когда я приходил в развлекательный центр Кинап, такой был, сейчас он загнулся, затух, хотя он вроде работает. Вот. И, например, я видел девушку, которая сидела там, не знаю, пила кофе за столиком. Вот. И я не мог заставить себя подойти. Я ходил просто вот так вот, как кот, вот вокруг сметаны, только в радиусе там метров 20. И как я только с собой не разговаривал. Что я только себе не говорил. То есть, и было такое, что я уходил, прикинь, я садился в тачку, говорил, все, мне надо уехать, потому что для меня это стресс сейчас. Я уезжал. Минут через 5 я разворачивался, я ехал назад, прикинь. Я опять парковался, я опять заходил и думал, ну ладно, может быть, ее не будет, значит, как бы и слава богу, но я приехал. Я приезжаю, смотрю, она опять там сидит. То есть, и вот я с собой разговаривал, у меня был какой-то колоссальнейший внутренний диалог. Но как бы меня мотивировало, например, то, что ты тоже пишешь, что у тебя тут вопрос с деньгами не решен. Я был там критически беден, скажем так, хотя все относительно, у меня тачка была, да. Но, как бы, я злился на себя, я говорил себе, что, слушай, блин, у тебя там нет денег, ты недоволен этим, недоволен там этим качеством жизни, этим в своей жизни, этим. То есть ты живешь там хрен пойми где, в какой-то там обоссанной хате съемной, там, не знаю, втроем с какими-то чуваками. Но, блин, если еще и здесь, тут-то мне никто не мешает, понимаешь, подойти и начать общаться. Ну, никто, в отличие от там денег или чего-то, то есть есть какой принцип? Они у тебя есть либо в кармане, либо нет. А здесь просто ты бери и подходи, вдруг получится. И действительно, как-то я себя уговаривал. Попробуй, то есть, конечно, злиться на себя это не экологично и так далее, но иногда надо прям разозлиться по-спортивному. Может быть, так у тебя получится.
Можешь пересматривать это видео, когда пойдешь туда, и я прям буду говорить: давай, я с тобой, мужик, у тебя все получится. Вот. Но смотри, самое главное, наверное, что меня на тот момент спасло, и я за это благодарен своему другу Мишке, как там, mein lieber Kumpel Micha, он сейчас живет в Германии, да, то есть смотри, какая история, что... Мне повезло, потому что он был со мной, и я имел возможность практиковать вместе с ним. На самом деле, я на своих тренингах не рекомендую людям там тусоваться с друзьями по двое, по трое. Почему? Потому что они ничего не делают. Ключевое, если твои друзья на таком же уровне, как ты, и при этом ваши попытки научиться там выйти в поля, они больше похожи на какие-то посиделки, когда вы встали, начали болтать, разговаривать, что-то обсуждать, но так никто ничего и не делает, тогда не надо ходить никуда с друзьями. Если друг, который говорит: давай, иди, что-то, типа, и походит, подходит, показывает своим примером, то тогда, конечно, это все выглядит совершенно иначе. И вторая рекомендация. Если у тебя есть такой друг или возможность поискать такого друга где-то, то есть именно такого, то обязательно воспользуйся этой возможностью. На самом деле это очень помогает. Мне в свое время просто его присутствие очень сильно помогло. И еще как бы для тебя сейчас как раз очень удачный момент. Тем более ребята из Молдавии у нас есть, они у нас есть в чате. То есть это то, что я придумал специально для вас. Это марафон, который называется «Шамшурин всегда рядом». То есть смотри, какая суть. Если тебе нужен кто-то, кто тебя сподвигнет и замотивирует, дело не во фразе, дело в том, что этот человек должен какое-то время находиться с тобой рядом. И если у тебя нет возможности, чтобы этот человек, в частности я, находился с тобой рядом вживую, то мы можем с тобой находиться рядом вот так вот посредством видеосвязи. То есть в чем фишка этого марафона, что каждый, абсолютно каждый желающий может звонить мне в любое там дневное время, когда он делает какие-то задания, по видеосвязи. И мы вместе, как будто бы я рядом с тобой нахожусь, идем куда-то, подходим к твоим девушкам, с которыми ты там будешь знакомиться. И это наиболее эффективно работает на расстоянии из всех возможных вариантов помощи тебе. Потому что с прошлого марафона, и я в этом успел убедиться, многие, большинство из участников, они просто офигели сами над собой. Они говорили: блин, неужели это так легко, это реально? А на самом деле никаких секретных вещей не было. Задания они знали, то есть они пришли им заранее. Я просто находился рядом с ними. И у них была возможность позвонить мне или моим ребятам, которые у меня в проекте, и задать эти вопросы. Ребята сработали на 200%. Потому что когда у тебя есть кто-то, кто может тебя поддержать, да, конечно, ты должен это делать сам. Ты и будешь это делать сам. Но действительно бывают моменты, когда если вдруг есть такая возможность, чтобы кто-то тебя поддерживал, ее обязательно нужно использовать. То же самое, что со спортивным залом. Я делал в своей жизни несколько попыток ходить в качалку. Но, судя по моим щекам, ты видишь, что эти попытки не самые успешные. Вот. И сейчас я на это время, на эту качалку временно забил. Я считаю, что это вообще не самое лучшее занятие. Есть, допустим, там какие-то более активные виды спорта. Но не суть. Я прекрасно понимаю и уже успел убедиться в том, что когда я приходил туда один, да, я в чем-то имею силу воли. И все мы не идеальны. То есть кто-то удивляется, как ты заставил себя, там, допустим, преодолеть какие-то моменты с женщинами, то есть куда-то переехать, потому что для кого-то переехать в другой город, это уже какой-то подвиг, хотя, казалось бы, что там такого. Вот. Но я четко понимаю, что есть сферы, где я не смогу себя заставить, где я ленивое животное, где я просто... физически не найду какую-то силу духа или мотивацию, или там вопрос зачем. Поэтому там я шел заниматься с тренером, тренер делал свою работу. Я говорю: окей, заставляете меня, welcome, я готов. Смотри, на самом деле вот эти фразы, они не сильно тебя спасут. Потому что сегодня эта фраза может тебя замотивировать, и ты пойдешь, а завтра она будет для тебя бесполезна, потому что, не знаю, звезды сойдутся так, настроение не то, девушка какая-то суперклассная. Вот, еще раз, самое главное — это намерение. Когда есть намерение, ты обязательно найдешь способы и инструменты. И второй момент, когда у тебя есть намерение, мир начинает поворачиваться к тебе самыми нужными местами и давать тебе... какую-то помощь в виде людей, в виде возможностей, в виде каких-то техник и так далее и тому подобное. В данном случае к тебе, товарищ из Молдавии или из Молдовы, я не знаю, как правильно, мир поворачивается так, что именно в это время, когда ты пишешь свой комментарий, ты узнаешь о том, что у нас с 18 по 27 июня будет 10-дневный практический марафон,
котором я буду все время 24/7 практически находиться вместе с тобой. Вру, ночью я буду спать. Вот. И у тебя будет возможность находиться со мной на видеосвязи. Также ты попадешь в чат, ты будешь получать легкие задания, выстроенные по нарастающей. И в данном случае тебе мир может помочь вот таким образом. И я, в свою очередь, могу дать тебе помощь через интернет. Благо, что есть сейчас такая возможность. Поэтому дерзай, пробуй. Всех, кто не может самостоятельно, ищет какие-то решения, я приглашаю на марафон. Ссылка под этим видео здесь внизу. Увидимся там.